9 человек ранены, четверо в тяжелом состоянии в результате атаки в Германии. Мужчина с топором напал на пассажиров городской электрички в городе Дюссельдорф. Подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Крики и в панике убегающие кто куда люди. Это любительские кадры, снятые на центральном вокзале Дюссельдорфа. Накануне поздно вечером вооруженный топором мужчина сначала напал на пассажиров городской электрички, затем атаковал стоящих на перроне людей. Преступник попытался скрыться, спрыгнул с моста на одной из улиц возле вокзала, получил травмы. Его задержали и доставили в больницу. Личность нападавшего уже установлена. Это Фатмир Ха, выходец из бывшей Югославии, который давно живет в Германии. По данным полиции, мужчина психически болен, имел суицидальные наклонности и регулярно проходил лечение в стационаре. Действовал он в одиночку, якобы надеясь, что его застрелят полицейские. Мы исходим из того, что преступник не был связан с исламистской средой. У него явное психическое заболевание. Сегодня вокзал Дюссельдорфа работает в нормальном режиме. Поезда отправляются и прибывают по графику. Но на всякий случай принято решение временно усилить охрану. Похожее нападение в Германии уже было. В июле прошлого года вооруженный топором беженец из Афганистана напал на пассажиров на вокзале города Вюрцбург. Ту атаку квалифицировали как теракт. Нападавший был сторонником ИГИЛ. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое бюро телеканала Интер.